Добрый день, дорогие друзья! Очень-очень важный компонент в любом судебном споре – это доказывание недобросовестности поведения ваших процессуальных противников. И если бы это не играло такую существенную роль, то мы бы об этом даже не заводили разговор. У меня было несколько выигранных судебных процессов, где помимо аргументации о недобросовестности стороны, другая аргументация практически отсутствовала, потому что все аргументы были вот слово в слово, слово против слова, экспертиза против экспертизы, свидетель против свидетеля. И только когда мы доказали, что сторона действовала недобросовестно, злоупотребляла правом, мы победили. Поэтому, дорогие друзья, доказывание недобросовестности стороны и злоупотребление правом с ее стороны – это существенный элемент любого судебного процесса. И всегда, в каждом судебном процессе, чего бы он ни касался, старайтесь обозначить и доказать недобросовестность и злоупотребление правом со стороны ваших процессуальных противников.